Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД России по Московской области совместно с коллегами из управления МВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения и двух краж. Злоумышленники ворвались к 72-летнему мужчине в частный дом, расположенный в деревне Белозерово. Связали хозяина и угрожали ножом, похитили 400 тысяч рублей. Кроме того, потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшим ключи от московской квартиры, откуда затем правонарушители похитили документы на недвижимость. Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении противоправных деяний. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.